Вам не нужно таскать с собой пауэрбанку, здесь он уже встроен. Он, по сути дела, не подключается по блютузу. На помощь, первый помоги. Дети со мной играют какие-то. Друзья, всем салют! Продолжая тематику мобильного гейминга, сегодня мы с вами распакуем очередной, ну необычный, скажем так, да, геймпад, девайс, там вообще 4 в одном или 3 в одном, в общем, для мобильных игрушек, то есть там PUBG Mobile, Guns of Boom, тыр-пыр, 8 дыр, в общем, все эти подобные игрушки. Подписчики просили меня после того, вот, значит, геймпада для iPhone, да, помните, там, где не подключаешь ни по лантинку, ни по блютузу и там подобное, в общем, просили заказать что-нибудь подешевле, что-нибудь интересное, без всяких там геймпадов, знаете, там, джойстиков и тому подобное. Что это вообще приехало, что это такое, давайте с вами смотреть. Так, значит, нас здесь встречают какие-то подставки на тремовском скотче, сам геймпад, пусть бегут неуклюже пешеходы, и, в общем, кабель для зарядки нашего геймпада, а геймпад непростой. Это весь комплект, который нам приезжает. Что это такое? Это кабель для зарядки, ну таких у меня много, но он есть в комплекте. Вот таких вот на тремовском скотче две резиновые подставки для того, чтобы заменить или усилить, значит, соприкосновение с этим геймпадом и сам геймпад. Он, по сути дела, не подключается по блютузу. Опять же, здесь у нас получается следующая штука. У нас держак, то есть, да, хват идет, как у геймпада. У нас фиксируется, значит, здесь смартфон в нем. И у нас имеются триггеры для того, чтобы чпунькать, стрелять, там все дела, да, в PUBG, там еще где-то, да. Здесь имеется кулер и здесь встроенный пауэрбэнк. Штука достаточно увесистая, то есть, если вдруг ваш там смартфон разряжается, чтобы не тянуться куда-то там, да, бамс-бамс, проводком подсоединили и все. Вам не нужно таскать с собой пауэрбанку, здесь он уже встроен. Ну, как-то немножко, кстати, перевешивает. Вот я беру вот так вот и перевешивает. В этой части, мне кажется, стоит тот самый аккумулятор на 18650. Возможно, их два, но как-то странно перевешивает в одну сторону. Окей, как это все работает? Вот таким вот макаром сюда помещается ваш смартфон. В моем случае это Pocophone. И в отличие от того же GameSir F1, вы помните прекрасно, да, тоже такая же штука, но только там с двух сторон по краям не было доступа к зарядке, да, то есть его невозможно было зарядить, и к наушникам. Здесь же можно подрубать и наушники, здесь вы можете заряжать ваш смартфон, здесь вы можете также охлаждать ваш смартфон. Скорее всего, многие из вас помнят такую штуку, на присосках у меня был, значит, вентилятор такой. Здесь только один режим, то есть вкл-выкл, там было три, то есть посильнее, послабее, значит, вообще выключить, да, то есть три режима, два из них рабочих. Так вот, здесь у вас получается встроенный пауэрбэнк, здесь у вас вентилятор для охлаждения вашего смартфона, если он нагревается, здесь у вас хват, как у геймпада, да, действительно очень удобно, то есть может спокойно рулить, и здесь у вас, вот вы видите прекрасно, то есть нажимаются у вас рабочие триггеры. Для чего это нужно? Для игр, мобильных игр, PUBG. Я не знаю, что там еще играет, танки. Во что ты играешь? Напиши в комментариях под этим видео. Возможно, ты играешь вообще в какие-то супер-пупер игрушки, но мы сегодня поиграем, попробуем его в PUBG. Погнали. Что нужно сделать, в принципе, если вы впервые видите и не знаете, что такое триггер, что нужно сделать? Нужно перейти в настройки, перейти в управление, настроить. И видите, вот здесь под каждым из триггеров, то есть та часть, которая нажимается, здесь у нас есть нажатие на выстрел. И вы видите, то есть здесь нажимается выстрел, здесь у нас находится прицеливание. И то есть при нажатии на левый триггер у нас срабатывает прицел, на правый у нас срабатывает, значит, выстрел. Все это дело настраивается путем перенесения этой кнопки на экранной. И все, собственно, настроили, сохранили, окей, погнали. То есть все, можно уже начинать. Можно уже стрелять, можно громкости подбавить. Тоже любите всех вокруг доставать себе выстрелил в PUBG, там, не знаю, в Guns of Boom? Ну, любишь доставать учителей на парах там или на чем, на уроках там? Ну, ты понял. Собственно, обычно, как обычно мы бегаем, да, то есть правой рукой мы рулим, обозреваем, да, куда нам смотреть, бежать. Левой рукой мы, собственно, направляем нашего персонажа, ну, как обычно это, да, только не геймпадовский, а по руками по экрану. Но хват у нас вот такой, то есть как на геймпаде. Как по мне, это удобно. Но у нас еще и добавляется, собственно, два триггера. И это уже, как говорится, бафает наш скилл. Или не бафает, а? Скажи, пожалуйста, тебя бафает, а? У нас еще и вентилятор есть, и пауэрбанка встроенная. Прикольно, да?
Ну, как-то так. Двоих я, короче, кнокнул. Мне нужно их добить. Пацаны, я иду к вам. То есть, вы видите, спокойно все приближается. Раз. А второй уже все помер, да? Или не помер? Иди сюда, родной, все. В общем, как-то так. То есть, спокойно можно играться и не париться. У тебя хват геймпад. У тебя есть даже охладитель, то есть кулер, если вдруг твой смартфон греется. Но у меня пока фон не греется. Кстати, многим советую, кто любит мобильный гейминг, именно пока фон. У тебя появляется возможность, значит, указательными пальцами приближать. И у тебя появляется возможность стрелять указательными пальцами. То есть не на экранами. И здесь у тебя два пальца, то есть рулят именно навигация и движение, значит, вашего персонажа. Да? В наушниках, конечно, много лучше играть, когда ты знаешь и слышишь, откуда палят по тебе. Воу-воу-воу, все, увидел, все. В общем, меня нагнули, и вы поняли. Ну, из меня еще тот игрок, конечно. Но в руках нормального геймера вот эта штука будет, мне кажется, хорошим оружием. То есть, по сути дела, блин, это бафы. Были у меня похожие триггеры, да, вы наверняка видели. То есть, он собирается все из такой конструкции и тому подобное. И, собственно, когда я распаковал кулер, который охлаждает вот наш смартфон во время игры, чуваки говорят, вот бы классно было бы, если бы здесь были бы еще, значит, ручки для того, чтобы держать смартфон, пожалуйста. То есть получается у вас здесь два триггера, которые позволяют вам пользоваться указательными пальцами, не включайся, да. У вас есть именно ручки, рукоятки, которые позволяют вам удобнее держать ваш смартфон во время игры. У вас есть встроенный пауэрбэнк и у вас есть еще вентилятор. Шумит он, кстати, не особо сильно. Ну, как-то так. Но сзади, для того, чтобы заряжать ваш смартфон, есть вот такой вот USB-шник. Туда вы втыкаете ваш кабель от вашего смартфона, если у вас есть коротенький, вообще супер-пупер, да, супер шуба-дуба, все педали. Вот. И все это дело выводите вот сюда, в ваш смартфон, и во время игры вы можете спокойно заряжать. Вот как-то так. Что думаешь ты относительно данной приблуды? Пиши в комментариях под этим видео. Возможно, у тебя есть такая штука, возможно, даже покруче, а? Поделись со мной опытом своим в комментах. Пока! Уже аж неинтересно, серьезно. Вот этим, кстати, мне порой пап не нравится, блин. Бегаешь как придурок, блин. И ищешь всех нахрен. Куда-то какой-нибудь крыса затарится и сидит. И выискивай его, блин. Мне нужна помощь. Первый помоги. Дети со мной играют какие-то.